Топ-3 знаков зодиака мужчин, которые не против потакать капризам девушек. Каждая женщина хочет быть любимой и ухоженной. Но не все мужчины готовы удовлетворять все желания своих партнерш. Кто из знаков зодиака самый щедрый и внимательный? Кто не будет скупиться на подарки и комплименты? Кто сделает все, чтобы девушка чувствовала себя как принцесса? Вот топ-3 знаков зодиака мужчин, которые не против потакать капризам девушек. Лев. Мужчина-лев. Настоящий король в отношениях. Он любит быть в центре внимания и демонстрировать свою роскошь и великолепие. Он не жалеет денег на дорогие украшения, одежду и парфюм для своей избранницы. Он хочет, чтобы она выглядела как королева и вызывала восхищение у окружающих. Мужчина-лев готов исполнять все желания своей партнерши, если она взамен будет восхищаться им и поддерживать его амбиции. Он любит слышать комплименты и слова любви. Он также очень романтичен и заботлив. Он умеет удивлять и радовать свою девушку неожиданными сюрпризами, приглашениями в рестораны и путешествиями. Мужчина-лев – идеальный партнер для тех, кто любит роскошь и внимание. Весы. Мужчина-весы – очаровательный, общительный человек. Он любит гармонию и красоту во всем. Он обладает отличным вкусом и чувством стиля. Он знает, как подобрать подарок, который порадует девушку. Он не скупится на цветы, конфеты и другие мелочи, которые делают жизнь приятнее. Мужчина-весы также очень вежлив и тактичен. Он умеет слушать и понимать свою партнершу. Он не будет спорить и критиковать ее за ее капризы. Он старается быть справедливым и дипломатичным в отношениях. Он ценит гармонию и согласие больше, чем свое мнение или принципы. Мужчина-весы – идеальный партнер для тех, кто любит легкость и изящество. Рыбы. Мужчина-рыбы – чувствительный и добрый человек. Он обладает богатым воображением и творческим потенциалом. Он любит мечтать и погружаться в свой внутренний мир. Он очень эмпатичен и отзывчив. Он умеет читать мысли и настроения своей партнерши. Он не будет ее обижать или раздражать. Он всегда готов поддержать ее и утешить. Мужчина-рыба также очень романтичен и фантазер. Он любит создавать атмосферу уюта и нежности. Он может устроить свечной ужин, написать стихи или подарить необычный сувенир. Он не боится выражать свои чувства и ласку. Мужчина-рыба – идеальный партнер для тех, кто любит мистику и поэзию. Вот такие мужчины по знакам зодиака самые щедрые и внимательные к своим девушкам. Если вы хотите быть окружены заботой и любовью, то обратите внимание на этих замечательных представителей сильного пола. Они не разочаруют вас своим поведением и отношением. Друзья, независимо от того, верите ли вы в гороскопы или нет, они существуют веками. Многие поколения смотрели на звезды и движение планет, чтобы улучшить различные аспекты своей жизни. Вы много можете узнать из своего гороскопа, сформировать вашу точку зрения и улучшить свою жизнь. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и не пропускайте новых выпусков. Не забывайте нажимать на колокольчик и писать в комментариях. Мы вас любим. До новых встреч. Благодарим за просмотр.